Наконец-то мы победили! Наши дела! Ура! Сегодня будем праздновать до упаду! Ура! В общем, давайте веселиться! Ну а со зрителями мы, может быть, когда-нибудь еще встретимся! Мы не прощаемся! Глупые сорняки! Думают, что уничтожили меня! Но от меня не так-то просто избавиться! И моя месть будет страшна! В этой лаборатории я создам новые виды зомби! А с помощью пространственного разрыва я буду отправлять их в любую эпоху! И наконец-то доберусь до мозгов! Меня никто не сможет остановить! Давненько мы не виделись с другими растениями! Может быть, навестим их? Поддерживаю! А к кому полетим первому? Что-то я соскучился по нашим первобытным предкам. Ну что, заводим машину времени? Погнали! Что же здесь произошло? Нападение зомби. Вот что здесь произошло. Расскажите, что же на самом деле случилось? Да мы и сами ничего не поняли. Зомби повалили изо всех щелей. Не знаю, откуда их столько взялось. Они что-то говорили про зомбосса. Но ведь мы уничтожили его. Значит, не уничтожили. Ладно, мы полетим обратно и попробуем с Дэвом разобраться во всем. Уверен, он что-нибудь придумает. Надеюсь, у вас все получится. Без вашей помощи мы пропали. Не пойму, чего Дэйв собирается найти в этой куче хлама на чердаке? А вот чего! И что это за древний телефон? Это не просто телефон, это межвременной переговорщик 2021. Чего? С помощью этой штуки можно разговаривать с растениями из других времен, если дать им передатчик. Это значит, что растения из прошлого или будущего смогут нам позвонить в случае внезапной атаки зомби, и мы отправимся к ним на помощь! Совершенно точно! Так это же гениально! Осталось только раздать передатчики! Вперед! А здорово Дэйв придумал с этим телефоном. Жаль только, что поводом изобретения послужили зомбари. А я, если честно, даже рад, что они снова появились. Без них было бы скучно. Точно. А мы теперь как настоящий зомбачий патруль. Зомбачий патруль? А что? Мне нравится. Ну что, у нас первый вызов. Зомбачий патруль принимается за работу!